Всем большой привет! Сегодня будем готовить самые ленивые голубцы. Ничего крутить, лепить не нужно. Все смешали и в духовку. Просто, быстро и очень вкусно. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! В 1 кг мелко нашинкованной капусты добавляем 1 чайную ложечку соли и хорошо мнем руками до выделения сока. Затем добавляем 1,5-2 столовых ложки томатной пасты и размешиваем до однородного состояния. Теперь в подготовленную капусту вбиваем 2 яйца, добавляем 500 граммов мясного фарша, 200 граммов натертой на крупной терке моркови, 100 граммов натертого на мелкой терке лука, пол чайной ложечки черного перца, столько же сахара, 100 граммов панировочных сухарей и перемешиваем содержимое миски до однородности. Дальше смазываем форму для запекания подсолнечным маслом. Выкладываем туда приготовленную массу. Равномерно распределяем по всей плоскости. Хорошо уплотняем. Сверху смазываем сметаной. И отправляем в нагретую духовку. Запекаем 45 минут при температуре 220 градусов. Перед подачей на стол разрезаем на порционные куски. Сверху поливаем сметаной. Вот и все. Самые ленивые голубцы готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.